Великий праздник с новыми достижениями. Рекорд, достойный книги Гиннесса, поставили в Шымкенте. По центральным улицам города пронесли 70-метровую ленту Победы. Возглавили торжественный марш ветераны. Идея пройти по городу с лентой Победы у активистов возникла спонтанно. Участников акции собирали по социальным сетям. Откликнулись около 300 человек, но по мере шествования к ним присоединились еще десятки горожан. 70-метровую ленту из баннерной ткани изготовили всего за 4 дня. Ее вес составил около 500 килограмм. Торжественный марш закончился у мемориала «Вечный огонь». По традиции ветераны возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.